Вот припаян стабилизатор микросхема NC4520. Вот эти три светодиода, которые применял я в автомобильной подсветке. Итак, прибор выставлен у нас на миллиамперы. Блок питания выставлен пока в нулях. Сколько там? Где-то 0. Сейчас будем повышать напряжение и посмотрим, при каком напряжении он у нас работает. Повышаем 8-10 вольт. Ну, короче, срабатывает светодиод 6-7 вольт. 8 вольт, и он у нас сработал. Ну как, засветился. Ток потребления всего лишь 2,3 миллиампера. Выставляю номинальный 12 вольт. 12 вольт выставлено. Смотрим. 16, ну не больше 20 миллиампер. Ставим 14 вольт. Двенадцать и шесть, 17 миллиампер. Ставим 13 вольт. 13 вольт, 17 миллиампер. Крутим до 14 вольт. 14 вольт, 17,4 миллиампера. Ну что, устроим краш-тест. 15 вольт, 17,7, 17 вольт, 17 вольт, 18 миллиампер практически. То есть, как мы видим, микросхема стабилизирует. Ставим 20 вольт. 20 вольт. Ток стабилен. В пределах 18-20 мА. NC4520 справляется успешно. Выгоняем максимальный предел блока питания 32 вольта. 32 вольта. Светодиод светится. Ток 17 миллиампер. Убираем напряжение. Не сгорел, я просто убрал напряжение. Вот так, ток у нас в пределах 17-20 миллиампер. То есть, как и заявлено производителем, эта микросхема отлично справляется с поставленной задачей. Вот она припаяна как диод. Что это такое? То есть испытание она прошла успешно. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий. Всем удачи и пока.